В этом видео я расскажу, как удвоить свой урожай картофеля и помочь клубням быстрее дозревать и становиться крупнее при помощи простейшего агротехнического приема. Точнее, двух. Прием первый – просто наклонить ботву картофеля. Главное – правильно выбрать время для использования этого метода. Лучше всего делать это, когда картофель начинает цвести, но не раньше. Берем длинную палку, и если вы высаживали картофель не в промышленных масштабах, то вам не стоит труда пройтись по огороду и наклонить всю ботву к земле. Такие стебли уже перестают расти, и вся энергия и соки отправляются на формирование огромного клубня. Картофель таким образом созревает гораздо быстрее, а когда ботва снова поднимется, пройдитесь по огороду еще раз и наклоните ее снова. Второй прием – это надлом стебля. Очень простой и эффективный способ увеличения урожая. Когда картофель отцветет, ждем еще 2-3 недели, после чего проходимся по участку и надламываем стебли на уровне около 10 см от грунта. Полностью отрывать стебельки нельзя, нужно только немного надломить. Кстати, хилые стебли лучше вообще не трогать. А вот здоровым и толстым побегом можно смело откручивать ботву, чтобы она уже не смогла выпрямиться. Это необходимо для того, чтобы питание от корневой системы не шло выше надлома, а все полезные микроэлементы шли обратно и принимали участие в формировании клубней. Так картофель будет очень быстро наливаться полезными соками, и в результате вы получите мощнейший урожай, как минимум в 2 раза больше обычного, и убирать его будете на 1-2 недели раньше, чем в прошлом году.